Усть-Каменогорске сегодня проходит необычная ярмарка. Свою продукцию привезли все, кто начал собственное дело по дорожной карте занятости. Бывшие безработные теперь выращивают скот, занимаются овощеводством, выпускают необходимые населению товары. Что они привезли на продажу, увидела Анель Есенбердина. Она сейчас на прямой связи со студией. Анель, здравствуйте. Расскажите, как все проходит. Добрый день, Валерия. Да, ярмарка сейчас в самом разгаре. Более 60 человек со всей области привезли сюда свою продукцию. Всего-то год с небольшим назад они, все эти люди, не могли найти для себя работу, а теперь большинство из них сами стали работодателями. У кого-то появились молочные фермы или животноводческие хозяйства, а другие занялись земледелием и сегодня с гордостью демонстрируют свой урожай. Здесь больше 8 тонн овощей и около 1,5 тонн меда привезли пасечники. Также по сниженным ценам напрямую от производителей люди покупают кумыс, мясо, масло. Но приобрести здесь можно не только пищевую продукцию. Многие по дорожной карте занятости открыли собственные швейные мастерские и цеха по производству стройматериалов. А вот и мой герой, Рысбек Мухаммед Амиров из села Герасимовка Уланского района, вместе с сыновьями начал выпускать мебель. И здесь, на ярмарке, надеется найти новых покупателей. Рысбек Зайнулданович, насколько вашей семье реально помогла дорожная карта занятости? Да, программа «Дорожная карта занятости 2020» – хорошая программа. По этой программе мы получили кредит 5 миллионов тенге и открыли свое дело. Столярный цех, мебельный, выпускаем сейчас мебель. Но это мы открыли, я свою работу оставил, посоветовал с сыновьями. И вот открыли вот этот мебельный цех. Сейчас мы создали вот 4 рабочих места, выпускаем мебель, столы, стулья, табуретки, окна, двери. И вот люди приходят, интересуются, покупают. Спасибо, Рысбек Зайнулданович. А действительно, для товаропроизводителей эта ярмарка своеобразная реклама. Тем более, что организаторы управления занятости пригласили сюда и представители различных предприятий, чтобы они могли найти для себя здесь новых поставщиков. В целом, по дорожной карте занятости, регион в этом году получил 3 миллиарда 726 миллионов тенге. Благодаря программе работу нашли уже больше 9800 человек. Астана. Анель, большое спасибо за информацию.